Итак, мы приехали в Ригу. Здесь у нас один день. По планам проехаться в Юрмалу, посмотреть, как там и что там. Ну и посетить здесь Лидо, соответственно, и пару кабаков с пивом. Смотрите, обо всем расскажем. Ну что, друзья, как мы обещали, мы зашли пообедать в Лидо. Вот сюда. И вот смотрите, что у нас в меню сегодня. В меню сегодня у нас солянка, салат. Такой вот я с горкой нафигачился. И стакан ревневого компота. Все это мне обошлось 4,75. У Димона такая ситуация. Так что приятного нам аппетита. Лидо, как всегда, оказалось на уровне. А сейчас мы поедем в Юрмалу на электричке, которая стоит евро 40 и идет примерно 30 минут. Погуляем там вдоль моря, по центральным улочкам и обратно в Ригу. А тем временем мы приехали в Майери, самый центр Юрмалы. И будем сейчас гулять, смотреть, как здесь. И вот, друзья, мы дошли до моря. Здесь очень ветрено. А вот символ Юрмалы. Черепаха бронзовая. Вот, собственно, Рижский раз в море. Ну вот, и погуляли мы по Юрмале, доехали до станции Майери, самый центряк города Юрмала. Оттуда спустились на море, прошлись по побережью, вышли на центральную пешеходную улицу Юмаса. И вот сейчас вот мы приближаемся уже к железнодорожной станции Дзинтери. В принципе, такой это оптимальный маршрут. Сейчас не сезон, народу в принципе мало, но все работает, все доступно. Так что, ну, приятный такой курортный городок. Ничего плохого сказать не могу. Так, ну вот сейчас поедем обратно в Ригу. По кабакам прогуляемся. Посмотрим, что там. Снова в Лидо. И на этот раз решили плотно подкрепиться. У меня здесь ребрышки на гриле свиные и гарнир. Ну и, естественно, пивас медовый. Мой любимый в Лидо. У Димона такая ситуация. Так вот, это все мне обошлось в десятку. Пиво и тарелка еды. Ну, в принципе, нормально, но это Лидо, и это вкусно. Всем Лидо, пацаны. Ну что, мы гуляем по старому рижскому центру. То, что от него осталось и восстановлено. Так вот, как бы здесь очень круто. Всяко лучше, чем в Варшаве. Так что езжайте все в Ригу. Классные кафешки с классным пивасом. Всяких полно пабов и селух, так что здесь круто. Мне всегда Рига нравилась, так что езжайте все в Ригу. А мы еще погуляем. Ну что, друзья, мы перебрались в другой бар. Даже не бар, а какой-то фолк-клуб, называется Алла. Так вот, здесь есть отличнейшее пиво, имбирное. По совету друзей мы решили его попробовать, и оно, в принципе, реально вкусное. Сладенькое такое, на любителя, без горчинки, но такое мягенькое. Примерно как медовое, мы пили там такое же. Так что заходите в Аллу, пейте пиво. Кстати, пиво стоит 3 евро, вот на 5 стакан. Здесь хорошая атмосфера, хороший интерьер отличнейший и живые выступления. Сейчас ребята отдыхают, либо, может, меняются, поэтому я записываю видео, чтобы меня было слышно. Так вот, всем Рига, пацаны! Ну что, друзья, вот мы покидаем Ригу. Я опять с тяжелым сердцем и с пьяным умом покидаю ее который раз. Ну, в общем, Рига – это, наверное, один из моих любимых городов, где можно погулять, побухать, отдохнуть, гульнуть, так сказать, хорошо покушать и красиво провести время.
Так вот, ну, вы все видели сами. Так что посещайте Ригу, едьте на путешествия бюджетные, какие угодно. Мы как могли показали вам, что где как можно сэкономить, где как что можно провести хорошо время, где как что можно посмотреть. Так что можете прислушаться к нашим советам, можете сказать что-то свое. Но обязательно записывайте, скидывайте это в группу, либо в YouTube, ну куда угодно, короче, чтобы люди другие тоже смотрели, что можно так отдыхать, гулять и хорошо проводить время. Потому что путешествие – это самое лучшее, что у нас есть. Так что всем удачи, пацаны, всем путешествия.